Устойчивый рост выпуска продукции животноводства отмечается в Тверской области. Так, за первые два месяца этого года производство скота и птицы в хозяйствах всех категорий выросло на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель составил 46 100 тонн. Прибавка к аналогичному периоду прошлого года составила 7,2%. Растет в Верхневолжье и производство молока. За два месяца аграрии поставили на рынок 32 тысячи тонн. Увеличение 15 с лишним процентов. Надой на одну фуражную корову за январь-февраль в сельхозорганизациях увеличился на 1,1% и достиг в среднем 1 128 килограммов. Наиболее высокие темпы показывают Конаковский, Санковский, Старецкий и Зубцовский округа. Напомним, что в нашей области выстроена системная поддержка молочного животноводства. Аграриям возмещается часть затрат на производство, племенное маточное поголовье, уплату страховых премий. Отменены обязательные условия по сохранности поголовья по отношению к предшествующему отчетному периоду. Это позволит поддержать более широкий круг сельхозтоваропроизводителей.